До конца полугодия, то есть до 1 июля, все залы судебных заседаний в городе Караганде оборудуют аудио-видеофиксацией. Одновременно сказать, конечно, что мы таким образом защищаемся и от всяческого рода инсинуаций в адрес судебной системы, потому что так же, как нам пишут, мы ответить не можем. Разного рода письма приходят, иногда думаешь, что это нормальный человек написал или ненормальный, что я ему лично это сделал.